В Госдуму внесли законопроект о запрете курения возле подъездов, пишет РИА Новости. Сейчас площадки на выходе из дома в перечне запрещенных не значатся. Авторы документа предлагают расширить список и внести в него места на открытом воздухе на расстоянии менее чем 10 метров от подъездов многоквартирных домов. Это позволит снизить воздействие окружающего табачного дыма на здоровье граждан, считают законотворцы. Благодаря дальневосточному гектару в регионе прогнозируют появление 53 новых населенных пунктов, сообщает ТАСС. Уже в ближайшее время в Хабаровском крае и в Сахалинской области возникнет 4 поселения. Проект по предоставлению бесплатного участка на Дальнем Востоке рассчитан до 2035 года. Всего с начала действия программы на получение дальневосточного гектара заявки подали более 95 тысяч россиян. Многодетной маме из Челябинска аннулировали 14 миллионов долгов. По информации АИФ, она первой в России подала иск о банкротстве физлица. И 28 июня суд списал ей все финансовые обязательства. Сам процесс с момента подачи иска занял не больше 4 месяцев. Теперь женщине не дадут ни ипотеку, ни кредиты, но и долгов у нее не будет.